этот молодой человек – депутат Верховного Совета СССР. Москвич Борис Кашин, доктор физико-математических наук. Член постоянной комиссии Верховного Совета по делам молодежи. Почему молодого ученого избрали членом парламента? Кашин сочетает в себе не только талант ученого-математика, но и талант инициативного общественного деятеля. Он активный участник важного государственного дела – реформы преподавания математики в средней школе. Уже есть и первые результаты – новые учебники. В депутатской переписке с избирателями много просьб, порой очень сложных. Как, например, это дело о переселении граждан с Канатчиковой улицы. Ни одного, ни десяти, а сразу 100 человек, проживавших вот в этих старых домах, без удобств, расположенных рядом с железнодорожной станцией. Вмешательство и настойчивость депутата привели к желаемому результату. Конечно, мы рады, что переехали в этот дом. Разве можно сравнить с тем домом, в котором мы жили раньше? И еще вот что хочется сказать. Не зря мы голосовали за депутата Кашина. Это он постарался для нас. Около 100 человек получили хорошие квартиры. Вот такую квартиру бесплатно получил машинист тепловоза Юрий Курников. Переехала в новый дом и семья токаря Владимира Ширяева. Недаром говорят, в стране советов депутат – слуга народа. Говорят о таких, как Кашин, как тысячи и тысячи других. Где бы ни трудились народные депутаты, в Москве, на Украине, в Молдавии, какими бы ни были их профессии, образование, возраст, национальность, цели у них общие. Постоянная забота об улучшении благосостояния советского народа, о мире и счастье для людей.